конкретно. Джинджербитки, во-вторых, если ты его поставишь на карту, то с вероятностью 50% там заспавнится стингер. Поэтому ты быстрее накопишь на это на лицо узлы, да еще и, можно сказать, в ноль уйдет, потому что фистик планта. Олег, фистик планта? Я, кстати, его уже покупал. Кстати, советую HBG использовать на синий чуть. Я обожаю. Потому что у тебя красная канистра, у тебя синяя пыльца вообще не нужна. Это у меня с амулетами все хорошо по красной пыльце, ну и все и нет. Мне, если честно, без разницы, я везде фармлюсь. Ну, значит, ты в разнопланке. А разнопланочка, Олег, чтобы с белая пыльца примерно. Это лепесточная палка хотя бы. И, кстати, лепесточная палка это хорошая палка, потому что, во-первых, она добывает вот так, и вот так. И еще плюс этой палки, потому что каждый третий удар она спавнит лепесточек, который летит. А, кстати, лепесточек может фастбомб бомбануть. Это которые такие шарики, допустим. У меня которые фастбомб. А и еще, если вот этот лепесточек касается пчел, то у тебя пыльца перерабатывается в мед. То есть можно просто так, вот так вставать, как этот чел однажды делал. И просто афкашит. Да, потому что у тебя рюкзак не будет забираться и халява. Но Олег, для этого надо выполнить 10 квестов Spirit Bee. А этот Spirit Bee... Я сейчас нахожусь на 4-м квесте, мне надо сейчас говорю. Мне надо 15 эйдолчиков. По-моему. Не помню как. По-моему, 15. А. Нет, это не. А вот. А, тебе надо Discord 30 big titles. Это то есть. Чтобы у тебя были более 30 разных пчел, типа, допустим, ну, просто разных пчел. А, тебе нужно апдейтинг контента, одарить, короче, наверное, контента, собрать 200 санфлавер сиц, это семечки, собрать 400 ананасов, нафармить 40 миллионов белого поля, собрать 800 тысяч бу с травбери, собрать 800 тысяч бу с бамбука, 800 тысяч бу с пинэтала, с ананасового поля, собрать 16 тысяч абилити токенов, использовать 32 рейджера, скрафтить 64... А, я имбецилу! Я это, короче, говорю, короче. За этот квест дают переводчик, а не... Тебе нужно выполнить 10 квестов от Spirit Bee, и ты получишь Spirit Petal. Spirit Petal можно использовать либо в донат-машину, чтобы появились шансы на... Вот эти шарики. Видишь? Я отбежал. Это спиритетал можно потратить на палочку, можно потратить на сумочку, которая, ну, собиралась. Фанатическая. Кстати, сам лепесток.
обычная палка стоит 1,5 миллиарда. А. То есть 1 500 000. А вот именно вот, вот это пояс стоит 15 миллиардов. А. Ну, то есть, ты нужен один скинхепа, ты его потратишь либо на палку, либо на собиралку, как я обычно ее называю. Либо на бинди. А, кстати, и точно, я же амулет хотел прокачать. И всего у него 30 квестов. Типа, за эти 30 квестов можно, первые 20 квестов можно потратить на палочку и на вот эту собиралку. А вот последний 30 квест потратить на бинди. А. Ну, с перекрепом, с перекрепом сложно добить. Где-то хотя бы надо 35 пчёл уметь, чтобы этого перекрепа хотя бы увидеть. А. Плотнее. Поэтому всё равно копила 35 пчёл. Я, кстати, ещё хотела сделать макрос, который за автоматически прыгает. Вот, я нажимаю на кнопку. Но у меня бывает открывается парашют. То есть там написано 4000 миллисекунд. А. 4000 миллисекунд, это, по-моему, это, по-моему, 4 секунды. Нет. Это 40 секунд. Эти 4000 миллисекунд. А. Ну, то есть, у меня все равно открывается парашют. Да, прыгаю. Я улетаю в далекие края. Я хотела это использовать на этом. На улитке, типа, я немного стоял и прыгал. Немного стоял и прыгал. Но... Ну, проще просто что-то положить на пробел и все. Или просто сделать залипание. Типа нажать кнопку и отключить клавы. А. Вот, договорился я уже. Уже 5 ялок вместимости собрал. Кормился. Почему? Да, блин. Я, короче, пошел в муравейник, от мишки панды. А. Кстати, я понял, как зарабатывать подарки, короче. А за каждый, по-моему, второй или третий квест, который дает бизнес скин. Короче, который у нас паблик стоит. А. Ты получаешь подарок. Этот подарок можно использовать в мышку какую-нибудь. Ну, не только мышку, но и пчелку. И ты получаешь украшение на елочку. А. И каждое это украшение добавляет тебе плюс один подарок. А первый подарок это третий. Второй подарок это уже четвертый. Ну и так далее. А. Всего их 15 в этом бизнесе. По-моему, в прошлом бизнесе, в 2022 год, не этот бизнес, который начал недавно. А бизнес, который был в 2021, что начался в 2021, а закончился в 2022. И он примерно, когда заканчивается бизнес, примерно 2 месяца, и он снова начинается. Он полгода идет. По-моему, 4 месяца. А.
Я все агакую, сказать нечего. Ну ладно. У меня мало информации про Бисфарм. Ну я тебе сейчас рассказываю. Let's go искать шип. Погодь, я тут муравейники борюсь. Он. Я тут квест надо от пандочки. Убить еще 30 этих. Леха покажет все еще. Я застрял. И кстати, че он на часовую встал? О! На ананасовом поле халява. Светлячки. Как я сдох? Пинг. Так, я сразу сейчас чекаю то место, которое может быть тебе недоступно. Чтобы потом не лазить. Нету на пепле. Кстати, еще 10-й подарок на поле тебе. Я, кстати, тебе сейчас скину вот эти два. Две штуки, которые я говорила. Я сейчас коплю 10 старых джинни, чтобы получить это. Как сказать? Чтобы когда я получил спирит петал, у меня был и мед готов. У меня глиттеры 9 на палочку. У меня нету эндилов. Мне сейчас надо ходить с Танджели и эндилом. Когда я это сделаю, я буду выполнять охотно это. Просто спирит бира. А. Ну, в принципе, это ничего. Ну, кроме квеста, тут ничего сложного нет. 75 эндилов — это просто покачаться где-то. Не знаю, часик на этом, на пулёте. И создать потом это все в блендере. Нет, тоже не проблема, я могу легко за 20 минут накопить эти 1,5 миллиарда. Нашел шип. Стар джели, допустим. Довольно легко получить. Иди на поле к скорпионам. Ну, и стать жили довольно легко получить, допустим, не знаю. Туннельного мишку убили. О, 7-й левел. Туннельного мишка, например, мишку убили, например, там, по-моему, с каким-то шансом дропается там деле. Рынок бит. Ой, какой рынок бит? Ну, улитка, там. Там 100% дропается с вами денег. Что насчет гингвиква, я не помню, по-моему, там падает. Золотой шип. Это моё. Так, 3 стингера. Ну, неплохо, неплохо. Кстати, Олег, по-моему, одаренный таточек дает это. Одаренных лягушек. Которые очень хорошие. О, гифтед бонус. Хай, тут я это не. Вообще таточек, он обычно фармит. Но у него стандартная атака 0.5. У него есть blue boost. Солон Фрог, это спавнит лягушек. Еще плюс Бэби Лук может одарен. Он тапочек одаренный может давать тебе Бэби Лоу, как Бэби Би может давать. И у него есть пассивка. Пассив Гаттинг Бублс Плюс. 55% шанса, а 75% если одолено, то заспавнится Бубл, Вин, Гаттинг, Эйфер. Короче, заспавнится какой-то бонус. Короче, когда ты будешь лопать эти шарики, есть 55% или 75%, то что... соберет
А то, что соберет 4 красных цветочка, 6 белых цветочка и 8 синих цветочек. Ну, когда лопнет. А. Ну, типа, когда это, он лопается, то есть шанс то, что он соберет 5 если. То есть не... Короче, так сложно. А. Лучше это все делать на синем поле. Вот я выпал красный мальчик, ну, это все делаем, по крайней мере. Вообще никакой. Нейтрально, короче, не помню. Он на все происходит. Ну, не нормально. А. Короче, в 15-м подарке тебе дают 3 ники эго, плюс еще один отдаленный ники эго. Дает очень хороший напиток, по-моему, несколько супер смузи, и еще, по-моему, что-то хорошее. А. Но Олег 4 месяца, причем один из них будет одаренный, это Симба. Бисмас это просто халява. Кстати, по-моему, первый вот этот Митик Эх дается с, по-моему, с 11 или 12 подарка. А. Ну, а нет, я уже на 8 подарок.